Смотрите, какие рисунки красивые. Согласны? Да. Согласны. Вот когда зайдете чайку попить в свою комнату отдыха, а у вас вот такие рисуночки. Более 40 рисунков скоро украсят стенд на втором этаже Одинцовской подстанции скорой помощи. Детям, отдыхающим в лагерях, дали задание изобразить то, как они представляют профессию врача. Ребята включили всю свою фантазию. В результате получились красочные и интересные рисунки и подделки. Их и подарили сотрудникам скорой помощи. Может быть, они, когда вырастут, будут медиками, будут врачами, медсестрами, фельдшерами. Но то, что они вложили частичку своего сердца в эти рисунки, это очень приятно. И мы очень благодарны за это и признательны. К акции «Медицинский работник глазами детей» присоединились и члены Одинцовского отделения партии «Единая Россия». По их словам, успешная работа врачей Одинцовской подстанции скорой помощи ежедневно помогает спасти сотни жизней. И дети, несмотря на юный возраст, уже про это знают и в своих рисунках изображают медработников настоящими героями. Эмилия Аракелян, Ферит Харидинов, телекомпания «Одинцова».